Но Ротан должен стать еще ближе к народу. Но для этого необходима перезагрузка всей партии. Об этом на прошедшем политсовете заявил Нурсултан Назарбаев. С чего начать, а главное, как эффективно выполнить поставленные Елбасы задачи, обсудили на совещании с участием Акима в Алматы. Инициативы выслушал Ильзат Акчурин. Первостепенная задача партии – выстроить диалог между властью и народом на своей же площадке, заявил Бакыжан Сагентаев. Но для результативного и живого общения с жителями необходимо повысить роль фракции в маслихате, прежде всего при рассмотрении и формировании городского бюджета. Аким пообещал еженедельно заслушивать руководителей госорганов о реализации предвыборной платформы президента Касым-Жомарта Токаева. Предлагается создать при филиале партии Гражданский комитет по решению социально-экономических вопросов, который будет систематизировать проблемные вопросы, вырабатывать пути их решения совместно с госорганами и контролировать их исполнение. В состав Гражданского комитета необходимо включить лидеров общественного мнения, объединив их в рабочие группы по актуальным вопросам. Город растет, возникают новые проблемы, город развивает, понятно. В этой связи этот вопрос будет непосредственно решаться здесь, чтобы не заставлять людей ходить по коридорам власти, которые жалуются на то, что не могут попасть, годами ходят и так далее. Так, здесь хорошая площадка. Поэтому призыв нашего Елбасы о том, что партия должна быть ближе к народу, это реальный механизм. В начале года Елбасы поручил построить для работающей молодежи в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте около 3000 квартир. Однако до сих пор нет ни механизма реализации, ни положения, говорят молодые партийцы. Аким предлагает решение этого вопроса. Придумали механизм, с правительством согласовали, решили. Решили, потому что молодежь ждет. Мы продлили сроки финансирования, премьер-министр нас поддержал. Теперь у нас будет 1050 квартир, уже знаем, где брать, у кого. И к концу года мы вручим ключи от этих квартир. Плюс к этому мы у себя отрабатываем программу, начиная там со следующего года, добавить этим тысячам квартир, которые нам приходят с республики, от себя еще 1000 квартир. Учитывая нынешние реалии, партия усилит работу по профилактике коррупции. Молодежному крылу Жас-Отан было поручено провести антикоррупционный мониторинг вузов вместе с общественным советом. В сентябре будет возобновлена работа Совета по молодежной политике. В городе продолжат работу партийных проектов «Бахт-Отбаса» и «Мобильная помощь населению». А при филиале создадут гражданский комитет по рассмотрению социально-экономических вопросов. Ильзат Акчурин, Рамина Макаримова, Арсен Сандыбаев, телеканал Алматы.